Однозначно полезно, потому что в мероприятии представлены самые разные участники из разных индустрий и разные по своей деятельности, и производители, и потребители, и владельцы технологий, и те, кто помогают реализовывать проекты. Поэтому мы получаем такой, значит, взгляд 360 на то, куда движется индустрия и правильно ли двигаемся мы. Я был рад тому, что онлайн-встречи появились, потому что, мне кажется, это снижает и оптимизирует количество времени. При этом, наверное, я все-таки за некий гибридный формат, когда есть возможность я пообщаться лично. Но, как показала жизнь, формат работает. Мы прожили больше года в таком режиме и сделали очень много великого.